Трамваи, троллейбусы, автобусы, станция метро и пригородные электрички. В Самаре мало мест, где в шаговой доступности пересекаются все эти виды транспорта. Одно из таких – транспортно-пересадочный узел «Пятилетка» в районе Кировского рынка. Здесь будет расположена и станция для междугородних автобусов «Кировская». Разворотные площадки и место для стоянки пассажирского транспорта уже подготовлены. Часть работ по благоустройству проведут в следующем году, и тогда узел заработает в полную силу. Как идут подготовительные работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Это крайне важно, потому что здесь сосредоточение всех видов транспорта, трамвай, автобуса, троллейбуса, здесь метро, здесь электричка, поэтому, конечно, людям, которые едут из других городов, из других населенных пунктов, здесь было бы удобнее пересаживаться на городской транспорт. Сама территория тоже претерпевает изменения. Старые помещения рынка сносят, убирают незаконные ларьки, предприниматели переводят в новые ряды. Они выполнены в одной дизайн-концепции, чтобы торговая площадь выглядела аккуратно и ухоженно. Администрация рынка отмечает, что полный переход на новые места будет осуществлен к середине лета следующего года. Надеемся, в ближайшее время и физически, практически работы уже закончены, и юридически все вопросы будут закрыты. Поэтому со своей стороны мы выполняем все, что можем, а департамент и администрация города Самары и лично Елена Владимировна постоянно держат вопрос на контроле, за что ей большое спасибо. Во время осмотра территории глава Самары уделила внимание торговым рядам через дорогу. Они находятся в непосредственной близости от территории, принадлежащей депо Самарского метрополитена. С владельцами торговых точек проведут разъяснительную работу и предложат переехать на законные места на новом рынке. А сама территория с остановками станет более удобной для пассажиров. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.